эти планы. В группе компании S7 задумались над идеей создания своего орбитального космодрома с рабочим названием «Космический старт». Тут напрашиваются аналогии с морским стартом и наземным стартом. Правда, идея все еще находится в зачаточном состоянии. Однако, пишет РБК, стало известно о планах в ближайшие 15 лет провести до 70 пусков ракет-носителей. На днях S7 приобрела у РКК «Энергия» плавучий космодром «Морской старт», в который инвестировала примерно 160 миллионов долларов. С появлением новых технологий тут же появляется тот, кто их крадет, подделывает и продает суррогаты на черном рынке. Только банки начали активно внедрять биометрическую идентификацию для подтверждения операции. Снова стоки в мороза.
уже не сон, еще не работа. Долетел из Волоколамска, что ли? Авторадио. Ну да. Снимай экзотических фруктов, стебли бамбука и даже волокна пальмы. В школе Юнги научат вязать морские узлы, а в морской академии пользоваться азбукой Морзе. Для любителей мира цветов 1 октября в музее открывается выставка «Путешествия за хиды». В ней работы экспозиции проводят лекции. Пообщавшись с вами, знаете, как врач. Собираешь анамнез у пациента, да? Что предпочитаете? Какую основу? Какой алкоголь? Какой вкус? Кислый, сладкий? Лонг-дринк или там что угодно? Бары сейчас вынуждены делать какие-то широкие коктейльные карты, чтобы мы максимально гостям дали информацию до них. Поэтому во многих же меню в коктейльных картах пишется история, где кто придумал коктейль, там, классический коктейль, почему он классический. То есть люди же понимали некий, как говорит наш приятель, алкогольный экскурс на одно коктейльной рюмке, так называется. Вот и все. Вкусы человека, они разные. Если человек хочет смешать себе коньяк категории XO с дорогими... Один город, один чемпион. На Спорт ФМ. Город Златоуст. Герой Лидия Скобликова. Легендарная советская конькобежка. Единственная шестикратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта. Я родилась в городе Златоусте на Урале. Это замечательный город. Город расположен в горах, прекрасные леса, прекрасные озера вокруг. И там каждый, кто подрастает, ребята, они физически уже крепкие. Я очень люблю этот город. Часто приезжаю туда. Провожу там очень многие мероприятия. Златоуст и Лидия Скобликова. Город-герой. Каждый день на Спорт-ФМ. Нет, палитру Стефанорез, аж Стефанорез, а шахматный узор задних сидений отсылает к мраморному полу холле гостиницы. Но две машины в этом особенном автопарке стали еще более особенными. Это модели Gold, предназначенные для особых гостей. Статуэтка дух экстаза и легендарная решетка радиатора в этих автомобилях выполнены из чистого золота. А монограмма Rolls-Royce инкрустированы бриллиантами. Элементы из драгоценного металла применялись и в отделке салона. Знакомясь с этой новостью от компании Rolls-Royce, я почему-то вспомнил 2-килограммовый золотой батон, подаренный одному известному политику. Но о вкусах не спорят, и считать чужие деньги – моветон. Тем более, как гласит пословица, если вы интересуетесь ценой Rolls-Royce, значит, вы не из тех, кто может его купить.
9 месяцев жители столицы скачали в 4 раза больше данных, чем за аналогичный период прошлого года. Уточняется, что в одной домашней сети в среднем регистрируется около 5 интернет-устройств. 2 смартфона, планшет, ноутбук и телевизор. Вблизи одной из секций Великой Китайской стены в пригороде Пекина намерены построить... Напомню, сборная команды Канады одолела в первом матче команду Европы. Поединок закончился со счетом 3-1. Таким образом, команда Канада во второй раз в истории стала победителем турнира. Завершение выпуска курса валют по Центробанку на сегодня. Доллар 63,16, евро стоит 70 рублей 88 копеек. О погоде, по данным ГИСМЕТИ, в Москве сейчас 9 градусов. Днем в столице облачно, без осадков, это плюс 15. На этом пока вся информация в наших следующих. Ленина, улица Карбышева до Большой Комсомольской, на Советинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича и на Ленинградском шоссе от улицы Репина до Международного шоссе. В Москве 7 часов и 4 минуты. Этого романа вы не найдете на прилавках книжных магазинов. Я писал его 19 лет. Сейчас у меня... Сегодня пятница, 30 сентября. В столице переменной облачности, возможны дожди. Днем в городе около 14 градусов. Сейчас в Москве плюс 9. Но вы знаете, уже завтра, в субботу, погода ясная и до 16 градусов. Программа «С утра пораньше» на Дорожном радио. Конечно, поэтому давайте посмотрим, что там интересненького у них происходит. Сказочная зарядка. У микрофона Морковка, специальный корреспондент детского радио. Готовы получить порцию бодрости и хорошего настроения? Сегодня мы делаем зарядку с Лешим. Однажды соловей-разбойник поймал Лешего в мешок. Он вылез из него и стоит ветки с головой то вправо, то влево. Вот, я не знаю, насколько хорошие сегодня для вас будут темы для обсуждения или нет, но в любом случае присоединяйтесь к нам, будем с вами разговаривать и начнем прямо с мусора. Ничего, возьмем, у нас, во-первых, на этой неделе сразу две новости, касающиеся ЖКХ. Первая не очень, опять же, хорошая. Говорят, что ЖКХ будет подняли, в общем, и... Дениска! Дениска! Сагонера! Нет, дед, погоди, я не могу больше. Да уж. На роликах гонять, это тебе не в интернете сидеть. Кстати, планшет с тобой? Мне в пенсионный фонд зайти надо. А интересно, здесь есть Wi-Fi? Получайте государственный и через интернет сайт Wi-Fi.
А Светлана Ивановна в какой роли вот у тебя дома? В каком смысле? Ну вот ты говоришь, ты рядом с тобой. Ну ты видишь, как мне не просто. То есть ты жизнерадостный? Конечно! Идиот. Да, ну, да, я да. Все, теперь я спокойно, все сложилось. Она будет жить долго и счастливо. А я не знаю. А ты пятница, знаете... американцев и их выбор. Но потом все-таки заявила, со всем уважением, что компания там у них скудна и бедна, к сожалению. И как-то Россия присутствует и в дебатах, и в заявлениях. Ну, что бедна и скудна, это любители дебатов, там посмотрели 100 миллионов человек, и кандидаты идут ноздря в ноздрю против наших-то богатых и содержательных компаний. Куда им, конечно? А вот насчет фактора России, это бесспорно. Он присутствует. Не так активно, как можно было бы подумать по нашим средствам массовой информации, но имеет место. Конечно, хотя госпожа Захарова вроде бы сетует, да что все про нас, да про нас, на самом деле нам это приятно. Мы это воспринимаем как знак внимания. Тем более, что во всех наших политических дискуссиях Америка присутствует настолько интенсивно, что иногда, когда телевизор смотришь, создается впечатление, что вроде бы как мы сами в Америке, только в Америке, где живут исключительно русские, которые эту Америку ненавидят, дружно ненавидят. Вроде значительно меньше, чем про Америку. Понятно.
реклама. Здравствуйте, я Медар Салим, руководитель отделения лучевой терапии Европейского медицинского центра. EMC – это международная команда врачей с опытом работы в ведущих клиниках Западной Европы, Израиль, США. Более 50 медицинских направлений, помощь по высочайшим международным стандартам. Рядовой опыт ведущих мировых клиник доступен здесь, в Москве. Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 493. В эфире... В эфире Гутен Морген Фриман. Какая у нас первая новость была, я забыл. Порнхаб подарил двунедельный доступ всем россиянам для входа блокировки. Да ладно, серьезно? Да, я предлагаю придумать пароль неадекватный для сайта Порнхаб. Ну, у тебя же там есть, там, условно говоря, личный кабинет. Чтобы зайти, ты вбиваешь какой-то пароль. У меня вот, честно тебе скажу, все пароли матершины. Вот так, если кого-то попросить зайти, на, там, даже на почту, да даже вот сюда, в аккаунт в ТНТ телесеть, всех не попросишь, кого попало. Я бы придумал, знаешь, какой неадекватный пароль? Пароль на Порнхаб у меня был бы «Вставайка». Вставайка? Вставайка, да. Или мышь в левую руку. Я пишите вы свои варианты. Вы понимаете, зарядил столько нестерова. Мы забыли. Почему? Дёрнули, я принарядился. Это принарядился. Во-первых, я побрился. Это раз. Во-вторых, я поставил чубчик. А это два. Это очень важно. Очень важно. Я хочу сказать, что сегодня все низы ликуют. Про какие низы я говорю? Село Низы, откуда берет род этого замечательного человека, свой род берет. Сегодня к нам придет замечательный исполнитель, народный артист РСФСР. А мало кто знает, вот мы вчера, когда готовились, выяснили, что он, оказывается, известный артист оперетты. Вы знали об этом, да? Нет, конечно, никто этого... Знаешь, что мы тут учат? Да, учат. Прошло вот, знаешь, видишь. Дорогие, это уголовный. А, уголовный. Уголовный, хороший слово. Это всегда весело. Ой, это хорошее слово, уголовный. Уголовный. Реклама. Специальное предложение от Матюль. Приобретайте 5 литров моторного масла Матюль по цене 4 литров. Не упустите шанс. Предложение ограничено. Подробности акции и адреса торговых точек на сайте matul.com. Слушай максимум часами и слушай внимательно. Лови в эфире специальный сигнал. Это хорошая идея на будущее, да? Вот, хороший лайфхак для похудения. Да. Фотографируй себя в панораме и сожми. Теперь же можно, ну, как бы увеличить в Инстаграме, поэтому выкладываю смело. Так, ребят, давайте сейчас я попробую, потом посмотрите мою мультики в панораму, если получится у Саймона меня сжать и таким образом сделать меня чуть легче. Сделать меня чуть легче. Морозова NRG. А вы рассказываете свои про свои обои рабочего стола. Что вас заставило сменить фотографию на заставке в телефоне, в компе, и какая у вас там теперь фотография? Можете скриншот? Вы... Море, я... Утро на Семи холмах, столица 7.19, ноября. Так вот, чего сегодня лучше не делать, а на что обратить свое пристальное внимание? Об этом расскажем прямо сейчас. Гороскоп. Внимание, пар! Гороскоп. Это один ради... Смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно. 105.0 FM в Москве. Предисловие. Make sure your lights are when you leave your house. Make sure your lights are off. And always come out of their standby regime. Are you serious? I'm totally serious. I'm a green person. Are you kidding me? No, except when it comes to cars. I have a feeling that when you make difference, you like as a one person, like as one human being. Yeah. It's such a drop in the ocean of people who don't think and they have no clue they do all that. They believe they are all that.
They leave their iron on. So what you're saying is just us, you and I, can't stop the world from being destroyed by India? Because that's pretty much what India is doing. Yes. We left. Но это правда очень странно. Стране, нам расскажет Александр Кабурга. Это сосна Алеппская, названная в честь города Алеппо, в котором ее первый раз нашли. Она пригодится тем, кто живет в южных регионах нашей страны. Yeah.
Такое предложение невозможно пропустить. Квартиры в Лукино-Варино от 1 миллиона рублей. Да-да, вы не ослышались. Всего от 1 миллиона рублей. Звоните 104-59-00, код города 495. Дома сданы, развитая инфраструктура и набережная реки Клязьмы. 104-59-00. Повторяем. 104-59-00. Проектная ситуация на сайте город.ру. Группа компании Суба-Сыба. Реклама. Радио 1. Совершенно скажет наоборот о том, что каждый раз, когда я появляюсь рано, значит, это свидетельство о каких-то катаклизмах и изменениях на Земле. Но тоже не будем верить, потому что это ложь, потому что эти слова не подтверждаются Священным Писанием. Да, да и вообще человеку верующему зачем дискутировать, бисер метать, да?